Всем доброго воскресного дня! Добро пожаловать в империю пазлов. Сегодня война, все традиционно. И вот выставляем турнирную команду без синих. Все очень быстрые. Люблю такое. Особенно, что без синих. Так. Наверное, возьмем. Раз синих нету, возьмем вот таким вот составом. У меня, к сожалению, еще красного одного нету, поэтому будем вот так. Ха, сильный состав у меня, конечно. 4520. Просто космический. Так. Ну что, готовы к войне? Давайте заберем эти архиосколки. Так, мне надо вот эти. Объединяем. Так, здесь 9. Ух ты. Ну давай эти. Последнее объединение. Рука. И здесь рука. Так, все. Дальше там готовится, здесь готовится. Давайте пробовать пробивать. Война у нас очень интересная, сразу вам говорю. Соперник набрал 3004 очка. Но имеет еще 5 попыток, мы имеем 12. Все, я готов. Смотрим составы. Два зеленых, пера. Давайте начнем с моно-синего. Вот что-то мне так кажется и хочется, что очень, так скажем, оптимально. Будем работать аккуратненько сегодня, потому что война у нас не на быстрой мане. И это надо понимать. Поэтому девятый сюда, на Фенрира 11 и поехали. Средний торн, он как бы мало что может, если не заряжается. Давай вот так сделаем. Выбьем центр. Потом подожмем еще три. Можно через комбо попробовать словить здесь. Ай, блин, наверное, там больше половины все-таки. Ладно. Попробуем малыша Джона забрать. И тут двоих. Получится? Блин, не получилось. Ладно. Усиливаемся. Ну, синий есть. Вообще шикарно, слушайте. Первый зашел как надо, ну ура. Тапок вообще радует меня это. Ну, начало войны, знаете, всегда радует, а потом бац, и мы в пролете. Сюда мы, пожалуй, пойдем красным, моно. Вот так вот нестандартно расставляемся. Девятка сюда. Тройка сюда. И кострел пускай на 11 стоит, чтобы нормально так вдалбливал. Так. Что у нас по камням? По камням так себе, но пришла пятерка. Из ниоткуда буквально. Что у нас здесь? Да. Хемдаля надо бы забрать. Давайте вот так сделаем. Усиление. Кострел, стреляй. Потом бар. Бар.
Так, пока еще никто не готов ультануть, поэтому попридержим. А вот сейчас могут. Могут, могут. Давай, застреливай. И там, по идее, догорать должен. Да? Да. Второй бой вынесли. Респаун поляны. И идем моно. Давайте моно зеленым. Пока все это идет. Без ошибок. Юнана пока не будем. Припасем его напоследок. Давайте пробовать зелеными. Что здесь можно сделать? Давайте вот так. Вот так. Сегодня красиво летит поляна. Забираем. Я думаю, забираем ее. Да. Скитл скал. Угу. Малыш Джон готовый стоит. Так, где бы нам словить пятерку? Сейчас, едем, едем. Выдвигаемся. Отлично. Пятерка пришла. Все как надо, ребят. Все как надо. Три из трех шотов. Ну давайте вот четвертый шот. Ну и потом я уже как бы спокойно. Сюда моно желтым заходим. Не, можно, конечно, комбинировать желто-фиолетовый, но зачем? Зачем, если, в принципе, имеется такой вот состав, да, такой коллектив? В принципе. Давайте искать, пробовать. Я не знаю, что тут. Желтых особо нету. Нас не радует. Бера сейчас вот так затопит. Эх, ушло. Обидно, блин. А тут, смотрите, единственный желтый вот стоит. Да и все, и больше нет вариантов. Они все готовы, да, получается? Второму разу бера. Не, ну, понятное дело. Это тапочек сливной. Это сливной тапок. Сейчас камни подвезут, наверное. Вот сейчас, смотрите. Не, не подвозят, смотрите. Ох, пока это все проедет, это ужас. Капец. Давайте шутнем кого-нибудь еще. Даже не поцарапался. Ну ладно. Все, значит. Идем фиолетовым сюда. Добивочный. Ну, здесь понятно все. Здесь у нас фиолетовые добивочные считаются. Ну и отлично. Хемдер сейчас. Не, не знаю, как здесь вытащиться. Думать надо. Оп. А что думать? Хемдель Вольф. Добро.
зачем до Львова РХП меня убирает. Ой-ой-ой. Вот это. Вот это хит. Хит-магнит. Так. Ты же не знаешь. Ну и последний финал. Угу. Первый раз, кстати, такое, что нет ухода. Поляну сразу перетасовывают. Ну вот этого главного чурбана снесем. Ну он в принципе готов. Осталось Маликна и собственно все. Сейчас будем шутить. Ну, не знаю, Юнана, допустим, если поставить как надо, так он, в принципе, нормально затягивает. Там Хоргал готовый. Справедливость поздно обычно работает. Ну, это догорит сейчас или хватит ему стычки? Эти живет еще, надо же. Я предполагал, что в принципе ему очень быстро хватит. Но видите, тут за счет того, что Маликна в принципе дает такое преимущество небольшое, из-за этого мы тянем. Все, всех затянули, отлично. Набрали 3005 очков, я один. Все, всех благодарю, всем пока.